Всем привет, мои хорошие, и с вами я, Светлана Ата. Друзья мои, хочу продемонстрировать вам мой экран, мою страницу и поделиться с вами хорошими новостями. Вы видите, у меня 1000 подписчиков. Я безумно счастлива, и все это благодаря вашей помощи, друзья мои. Мой канал называется, тот, кто со мной не знаком, называется Светлана Ата, блог о Мерсине. Вот, посмотрите, пожалуйста, что находится на моей странице. Тут интересные каналы, Картинка Плюс, Мария Южил, Жизнь в Стамбуле, Виталий Егоренко, Лидия Таганова. Если вы хотите быть на этой странице, то вы должны со мной хорошо подружиться и попадете туда по вашему желанию. Так, и еще что я хочу вам сказать. Вот здесь такая заставка у меня. Добро пожаловать на мой канал. У меня много плейлистов на разные темы. Последнее видео было «Страшно ли выйти замуж за мусульманина?». Я рассказываю и показываю Мерсин, путешествия по Турции, а также по Грузии, шопинг, турецкий базар, магазины. Также я и готовлю дома, делюсь вкусными рецептами. А также у меня, и кроме, помимо Ютуба, есть еще и бизнес компании Global Intergold. Это бизнес, удаленная работа. Вот знаете, что многие задают вопрос, почему я создал этот канал? Потому что компания Global Intergold настояла на том, чтобы каждый из партнеров научились снимать видео, имели свой канал, развивали себя как личность. На первом месте это их главные требования, а потом уже сама работа в компании Global Intergold. Я с большой благодарностью, как говорится, благодарю Бога за то, что я попала в эту компанию. У меня сейчас канал Global Intergold, который набрал 1000 подписчиков. Также вы увидите мои будни, хобби, лайфхаки, интересная информация обо всем. Моя жизнь за границей, жизнь в деревне, о моих родителях, моего мужа, о нашей деревне. И очень много еще разговоры по душам у меня, обучающие уроки компании Global Intergold. Так вот, друзья мои, еще раз хочу поблагодарить всех, ведь благодаря вам я набрала столько подписчиков и столько часов, а также хочу заострить внимание на том, что советую всем приобрести программу «Видик». Вот видите, вот такой вот здесь значок, и вот все данные вы увидите. Вот вы увидите, сколько у меня часов за последнее, сколько просмотрено за неделю, за 40 дней, с 8 часов, сколько у меня подписчиков и средний просмотр. Вот это все показывает видик. Очень удобная, кстати, программа. И также стеги помогает ставить. Но это все потом, в следующем видео. А сейчас вы увидели мой канал, мою главную страницу. И я хочу сказать вам о том, что моих друзей, тот, кто смотрит меня, я смотрю полностью до конца, пишу комментарии, ставлю лайки. Вы можете увидеть это сами. Посмотрите, у меня полные просмотры. Если вы понимаете, разбираетесь, красным обозначено. Но я не знаю, почему здесь вчера я смотрела, и нет, одно честное слово, я их просматривала. Посмотрите, пожалуйста, все каналы я просматриваю. Да, иногда бывает такое, что вот смотрю, там вышло и раз перешло на другое, который канал мне не интересно. Вот поэтому тут пару таких каналов, которых вот не видно. Вот посмотрите, друзья мои, все каналы, все смотрю я до конца. И сейчас бы я хотела перейти к обзору моих друзей, чтобы вы также смотрели их, подписывались, поддерживали их полными просмотрами, комментировали, ставили лайки или дизлайки, потому что без друзей мы никак не можем добиться этой первой 1000 подписчиков. И знаете, что вот посмотрите, сколько у меня открыто сейчас в окне. Вот видите, я показала вам понравившийся, это мой там, видите сами. И вот я хочу сейчас перейти к Марии,
Моя подруга, блогер, которая приехала даже ко мне в Мерсин, мы сняли с ней совместное видео. Кстати, они у меня раньше находятся, и вы их не видели. Они очень интересные, потому что она такая прикольная сама по себе. Вот я сейчас не вижу, где она, но, наверное, знаете, как буду делать? Начну я, вот попаду на что попаду, и того покажу. Ну, надеюсь, это видео немножко будет длинноватым, потому что у меня все видео короткие, а я хочу, чтобы вы тоже увидели себя, мои дорогие друзья, что я вас люблю, ценю, уважаю, и чтобы на вас тоже подписались люди, которые приходят, заходят ко мне в гости. Ну, видите, интернет немножко зависает, и будем ждать, что делать. Спешить некуда. Стрим я, этот сейчас у меня загрузила такую программу, я один раз снимала на ней видео, посмотрим, что она и как будет, как получится, но камера здесь. Так, вот, Александра Кузьмина, ой, это такая подписчица, которая смотрит и ждет прямо как будто моих видео, сразу их просматривает, моя хорошая, вот здесь вот. Я подписана на вас, ставлю, что-то колокольчик не был, с телефона, когда заходишь. Ой, видите, как интернет. Да, сегодня, наверное, не намучаемся мы, но видите, сколько у меня окон открыто сразу. Поэтому Александра Кузьмина, она показывает жизнь в Москве. Пожалуйста, заходите, очень интересные видео. Вас не обременят, они короткие видео, но интересные. Так, закрываем. Следующее уже будет автоматически, как пойдет. Друзья мои, хорошие, 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 моя дочка. Вы в курсе, что я недавно приехала с Батуми, и вот даже, представляете, не вышла погулять. Потому что мне некогда гулять. И следующий мой подписчик, мой друг Наталья Львовна. У нее очень красивые видео, замечательные открытки. Здесь и концерты. Ну, в общем, в основном музыкальные открытки. Канал музыкальных открыток. Наталечка, спасибо вам за то, что вы заходите и ждете моих видео. И пишете теплые комментарии. Так, а следующий, кто будет следующий? Очень интересно. Мне самой даже очень интересно посмотреть. Кстати, сегодня с утра я встала и зашла на стрим маме Оли и набрала вот этих 10 своих подписчиков, 12. Я даже сама не ожидала. Просто поздоровалась, и все стали подписываться, ну и я, естественно, зашла, просмотрела их и подписалась. О, сделано со вкусом, очень вкусный канал, спасибо вам большое, тоже мой друг, у вас уже больше 1000, молодец, несмотря на то, что у вас мало видео, но у вас хорошие просмотры, молодец. Очень вкусный канал, действительно, посмотрите, какие блинчики, какое все, творожок последний я смотрела, надо будет посмотреть и остальные. Так, Наталья, сделана со вкусом. Значит, я тоже галочку ставлю на вас. У меня очень много друзей, поверьте, которые прямо ждут моих видео. Ну, наверное, включен колокольчик уведомления. Так, следующее. А, я два раза вас, видите, отметила. Извините за интернет. В принципе, был нормальный, но когда, видите, много окон открыто, поэтому такое вот идет. О, мой друг Ирина Старц. Поздравляю вас тоже, очень подписчики растут. Знаете что? Я что могу сказать об этом человеке, о друге? Он пишет очень теплые комментарии, просматривает полностью все, даже буквально вот по капельке, по каждому кадру расписывает. Так что заходите на его канал, у него канал о природе, о клумбах. Вот сегодня я смотрела его красивую клумбу, какие-то у него яблони, сливы интересные, этот колоновидные. В общем, заходите, не пожалейте, очень хороший, порядочный, добрый.
друг. Так, и следующий переходим. Следующий — Макс Малышев «В поисках приключений». Этот очень интересный канал о приключениях, путешествиях. Они с женой путешествуют по многим городам. И вот знаете, как только я поставлю видео, ну день-два, и у них уже пишут, они полный просмотр, мои золотые. Спасибо вам большое. Вот такой у них канал, видео я сейчас покажу. Смотрите, какой интересный канал. Но в основном это Россия, я смотрю. Крым. Очень интересное путешествие, так что захотите. И вам, Максим, спасибо большое за ваши просмотры. Следующий канал. Хас ТВ. Вы знаете, что я не понимаю, русскоязычный или нет, но такие классные у него музыки, такие классные музыкальные клипы. Как только я поставлю, он в любое время суток, по-моему, не спит, этот канал. Заходите к нему, он очень внимательный. Посмотрите, какие у него красивые мелодии. Вот видите, смотрю вас, вот только посмотрела 5, и вот сейчас надо еще добавилось. Очень часто добавляет, каждый день, молодец. Очень хороший канал, заходите, пожалуйста, к нему и подписывайтесь на него. Кстати, вот я отмечу все колокольчики. Было у меня колокольчик, а сейчас все уведомления мне вас интересуют. Так что, мои хорошие, заходите на этот канал. Ирина Федотова, моя хорошая, она такая нежная, позитивная, очень интересная. Она была за границей, она такой у нее огород хороший. Так интересно рассказывает, заходите, пожалуйста, к ней на канал. Вот она приехала из-за границы, была у дочери, у внучи, там очень интересные видео у него. Очень добрый человек. Спасибо вам, Ирина. Я включена у вас на все уведомления. Так, а следующий канал, это у нас «Аквариум настоящий». Очень интересный канал и очень интересный воспитанный молодой человек. Просматривает все, заходит сразу, как только появляется видео. В общем, у меня очень дружеские отношения с этим человеком. У меня включенное все. У него очень интересный. Посмотрите. Я смотрю вас. Ну, вот эти я раньше смотрела. Вот последнее видео. Так что спасибо вам за то, что вы заходите ко мне. Так, следующий канал. Моя Мария, Мария, обожаю тебя, моя девочка, моя подруженька. Благодаря Ютубу я нашла тебя. Действительно, это очень позитивный человек, который придает мне одни положительные эмоции. Мне кажется, и каждому, кто попадет на ее канал, заходите к ней, вы не пожалеете. Она такая вообще интересная, но это просто сказка. Люблю тебя, Мария, обожаю тебя. У нее уже, вот, смотрите, много подписчиков. Она умничка. Мариечка моя дорогая. У нее жизнь про Стамбуле показывает. Сейчас она находится на Украине. Поддерживает меня. Любит меня. Я уверена в ее искренности. Целую тебя, Мария. Очень люблю. Спасибо за то, что ты есть. Вообще, что ты появилась в моей жизни. И привет Кемалю. Как же без него? Твой канал без Кемаля никак. Так, и следующий мой друг, даже первый человек, с которым я подружилась на канале, и вот видите, я у нее тоже нахожусь в интересных каналах, это Татьяна. У нее раньше канал назывался «Нарисованные истории». Обалденный канал. Такая красота, вы себе не представляете. Посмотрите, как она красиво рисует. Кстати, Татьяна, я твое видео смотрела вчера про этого красивого котика. Мы как раз с ней сейчас разговаривали. И вот я смотрела все твои видео, моя дорогая. Смотри.
Очень интересный канал, она рисует очень красиво, у нее хорошие просмотры на канале, потому что она показывает все грамотно, просто. Даже я как закончу, вот, монетизирую свой YouTube, будет времени побольше, начну рисовать. Спасибо, Танечка, Татьяна. Так, следующий канал. Так, моя любимая поэтесса Лидочка. Какие у нее замечательные стихи. Если вы попадете на ее канал, вы не пожалеете. Какие у нее клипы, видеоклипы. Как это она создает, я даже не имею понятия, какой программой пользуется. Даже мне не интересно. Вот вы, если вы зайдете на ее канал и послушаете ее стихи, с красивой музыкой, красивые певцы душевно поют. Вот посмотрите, какие у нее обложки. Все, вот у нее качественный контент, необыкновенный человек. Лидочка, спасибо тебе. А пишет, какие комментарии. Дружите с ней, советую вам. Кстати, Лида меня тоже поставила на свой интересный канал, и мне очень приятно, я очень польщена. Спасибо вам большое. А следующий канал моя Милочка. Милочка, поздравляю, только вроде недавно было 1000, а сейчас уже скоро 5000 подписчиков. Она монетизирована, канал. Люди мои хорошие, друзья, люди, действительно, в прямом смысле слова хочу к вам обратиться. Пожалуйста, она только недавно открыла канал. Смотрите, пожалуйста, ее полностью. И иногда полностью вместе с рекламами. То есть дайте ей, как говорится, старт в начале монетизации. У каждого блогера, когда он открывает монетизацию, там нужно такие правила, нужно заработать $10, чтобы получить письмо. Я полностью еще не в курсе этих правил, но вот так слышала одним ухом. И когда какой-то старт, нужно $10 заработать. И $100 нужно заработать, когда ты сможешь, тебе пришлют письмо на твой адрес. Пожалуйста, смотрите ее рекламы. Иногда кликайте на эти рекламы, просто зайдите и выйдите. Это вы сделаете добро начинающим блогерам, тот, кто начал монетизацию. Давайте поможем всем им. И мы, и нам также помогут взаимно. То есть все вернется вам бумерангом. Что вы посеете, то и пожнете. Милочка очень хороший человек. У нее прекрасные видео с внучечкой ее. Я ее тоже обожаю. Мы с ней общаемся и в соцсетях. Ну вот, вот так подружились. Милочка, вот смотри, моя хорошая, я просматриваю тебя, стараюсь как-то помочь тебе. И вообще я согласна помогать всем, мои хорошие, тот, кто начинает. Тот, кто открыл монетизацию только-только, пишите мне не на YouTube, а лучше на соцсети. У меня все в описании находятся, все мои ссылки. Общайтесь со мной оттуда, потому что не все можно говорить и писать здесь. Так, и следующий мой друг Танечка, и ее Виталиночка, семья, малышка Виталина. Танюшечка, посмотрите, какая у нее красотуля лапочка, дочка. Очень интересный, очень теплый блог, очень хорошая семья. Заходите к ним на канал, подписывайтесь, она отвечает теплом, взаимностью. А вот эта лапуля, посмотрите, лапуля, такая она холёсяя, ну просто нельзя из-за нее не посмотреть. Ну, смотрите, вот новый блог, надо посмотреть, как время будет, так освобожусь, сразу зайду к вам. Стараюсь всех пересматривать сейчас, кого не смотрела, по несколько видео сразу. Вот, что же испугало Виталиночку, мы потом посмотрим, моя лапуля. Так, ну вот здесь я подписалась. Спасибо, Танечка, за то, что ты есть. И еще Татьяна упомянула меня в своем видео, так приятно было. Ну, что ты, блогер? Именно я попала вот в рейтинг ее любимых блогеров. Спасибо, моя дорогая. И вы подписывайтесь на канал Татьяны.
она всегда отвечает взаимным полным просмотром. И желаю быстрых успехов, моя хорошая, мои хорошие. И следующий канал Люсенька. Люсенька, Люсенька. Тоже очень интересно, если вы хотите с ней поближе познакомиться, вот здесь ссылки есть, я с ней ее и так нашла в соцсетях. Люсеньки, не знаю, сколько подписчиков, но это, в принципе, не интересно, но тоже очень интересный человек, очень отзывчивый, очень добрый, поддерживает, и вот у нее интересные видео, она готовит вкусно очень. Так что вот такие друзья мои хорошие. У меня такие вот хорошие друзья, и я всех благодарю. Спасибо, Люся, и вам тоже, что вы смотрите мои видео, поддерживаете, просматриваете. Как раз сейчас самый момент, нужна друг другу наша взаимоподдержка. Заходите на ее канал. А ну-ка, следующий канал, посмотрим, какой это будет канал. Я заранее приготовилась, сначала записала, и пришлось мне долго ждать, пока откроется, и вот сделала заново запись, то есть подготовила всех, кого бы я хотела осветить в этом моем видео. Да, может быть, длинным будет видео, но оно того стоит. Вера Забелина, посмотрите на ее канал. Очень интересные, знаете, вот именно простой такой канал, простые песенки. Очень музыкальный канал, тоже красивые видео очень. Вот, видите, друг друга, даже они, взаимопомощь какая. Об этом я расскажу в другом. Значит, сегодня вот День Учителя, новое видео, надо зайти посмотреть, моя хорошая, тоже очень хороший человек. Очень отзывчивый, очень теплый. Заходите к Вере Забелиной. Верочка, спасибо вам большое за то, что смотрите меня. Так, а ну-ка сейчас посмотрим, кто будет следующий. Ой, опять видите, как интернет. Интернет, интернет. Компьютер мой, компьютер устал. Сутками работает, прокручиваю вас. То на телефоне смотрю, то здесь смотрю. Мой муж, знаете, что говорит? Вчера готовила кушать, включила на всю громкость. Готовлю, кушаю. У него уже аллергия на мой телефон. Не знает, к чему прицепиться. Ну, в таком смысле, в хорошем. У меня муж золотой, как вы видите. Он говорит, ты делай одно дело. Я говорю, что такое, Ашкин, говорю. Я и то делаю. Ну, это ж кричит, орёт. Это звук на весь, на всю квартиру. Он не может смотреть телевизор даже. Ирена Шемис. Замечательный человек. Моя хорошая. Колокольчик на все ваши хочу уведомления получать, потому что посмотрите, какая она умничка. Иреночка, посмотрите, как я вас люблю, все смотрю вас. Вы видите? Поддерживаю всех, кто меня ценит и смотрит. Вот моя хорошая Иреночка, вот. Приехала и включила, и сразу все просмотрела. Итак, многих. Очень интересный канал. Она сама поет, сама сочиняет, сама играет. Прям иногда хочется сесть так, когда грустно или весело, и послушать такую музыку. Вот, вы заходите к ней. Елена, спасибо вам большое. Так, опять спать. Я с утра много болтаю очень. Пока моего мужа нет, можно поболтать. Потом надо заниматься делами. Так, мои хорошие, следующий, кто у нас идет? Кто у нас идет следующий? Сейчас посмотрим. По-моему, Любовь Казакова. Во, я как чувствую. Друзья мои, эта женщина вообще гениальная. А у нее такие видео, обалдеть. Она мастер на все руки, в прямом смысле. Она умеет починить утюги, прикрутить лампочку,
В общем, разобрать утюг и собрать его, представляете? Я в шоке. Такая вот она женщина. И еще у нее хобби, она занимается рукоделием. Такие красивые изделия она из бисера делает. Посмотрите на ее канал, браслеты обалденные. И вот еще она вот занимается по хозяйству, видите? Много у нее таких вот, про утюг здесь ремонтировала, прихватки шьет она, ну и чехлы разные, как почистить утюг, много, очень много интересного. Ну посмотрите, какие красивые браслеты она делает, очень красивые. Заходите на ее канал, у нее монетизированы, пожалуйста, друзья мои, смотрите все видео вместе с рекламами, давайте дадим поддержку друг друга, все нам вернется бумерангом. Любочка, спасибо за то, что вы тоже смотрите меня, за ваши теплые комментарии. А следующий мой друг Димон, 63 монета. Очень интересный канал, очень качественный контент. Антиквар. Антикварный канал я его называю. Димон тоже очень внимательный к моему каналу, постоянно заходит, пишет комментарии. У него все, что связано с монетами, антикваром. Посмотрите, сколько у него видео. Полно у него видео. И вот, видите, он меня смотрел. Спасибо, Дима. И очень много видео, около 882. Разные монеты, все так аккуратно, все такой голос обалденный. Вас это точно как замагнетизирует, загипнотизирует. Я вот так вот на его голос повелась. Какой-то вот сидишь, расслабон, и вот как под гипнозом смотришь на вот эту монету в белых перчаточках, чистеньких, всегда так сделано. В общем, красота. Посмотрите, Дима, я вас смотрю. Я смотрю с рекламами, вы знаете. Вот ваш канал включен. И я вас смотрю. Спасибо за то, что вы тоже смотрите меня, Дима, и поддерживаете. Следующий канал у нас, сейчас я посмотрю, Family, Family. Это молодая семья, девочка прекрасная такая, хозяйка. Я, кстати, ее потеряла из вида, и вот искала вот старые сообщения по видео, чтобы найти ее, потому что чего-то не хватает. Она такая хозяюшка. Посмотрите на ее видео. Она очень вкусно готовит, в общем, такая чисто плотная, такой ребеночек у них хороший, муж, в общем, замечательная семья. Очень рада, что она у меня в друзьях, дружит, поддерживает, спасибо большое. Заходите к ней, подписывайтесь на ее канал. Следующий канал – это Александр Мячин. Это очень уважаемый человек, очень грамотный, у него много хобби. Хорошая семья, занимается вот ружьем, его интересует в основном ружье такое, автоматы, вот видите, какие у него видео, кого это интересует, заходите к нему, он все расскажет, что как надо стрелять, как что, какие вот инструменты есть, ножи, мажи, в общем. Знаете, что хотела сказать еще, дабы зажигалки у него коллекция обалденные. Очень интересный канал, еще у него внучечка такая, такая внучечка, так она поет, и вот именно касается Анечка, а также много других внуков. Спасибо, Александр, за ваши теплые пожелания, за ваши просмотры. И за поддержку. Заходите к нему, подписывайтесь на его канал. Что я хотела вам сказать, друзья, когда мы переезжали через границу Сарпи, Турция, моему мужу подарили такой кинжал. Кто-то ему там, друг с тюрьмы, мне страшно было его таскать. Хорошо, что я в данный момент забыла про его существование. Он не лежал, вы такой с тюрьмы ему передали. Кто подарил? Ему передали с тюрьмы. Так вот, такой страшный. Я так боялась вообще, что нас остановят, но нас никто ничего не проверял даже. Положила багаж, чемодан и провезла. Следующий мой друг – Вятский коп. Очень интересный канал и очень семья такая. Ну, такие вещи интересные показывают про Москву.
про путешествия свои. Также у него хобби, он занимается раскопками, находит. В общем, заходите к нему, у него 61 видео, видео вам понравится и очень отзывчивый. Я, кстати, у меня нажат на все, колокольчик, и про балет тут есть, и ВДНХ, и путешествия по Кубе, несколько лет назад ездили. В общем, интересный канал, заходите, подписывайтесь на его канал, и спасибо вам за то, что вы смотрите меня. Так, Алена Каримова. Я хотела тебе пораньше, но вот видишь, так получилось, что только сейчас дошла до тебя, моя хорошая. Это новый блогер, молодой блогер. Несмотря на это, у нее уже столько подписчиков, столько просмотров, но мало подписчиков, а столько видео. Мы познакомились с ней в Мерсине, она у меня по соседству живет, моя хорошая. У нее такая замечательная дочь. Она сейчас сама с Украины приезжает в Мерсин, и надеюсь, что скоро тут одна долго останется. Вот, моя хорошая, твои видео я все просмотрела. Мы с ней переписываемся, она меня поддерживает, учит всему. Давай, давай, создавай видео, у тебя все получится. В общем, она учитель по танцам восточным. У меня такая мечта, чтобы научиться танцевать восточным танцам. Так что, друзья мои, когда она приедет, я первым долгом хочу у нее взять уроки восточного танца, танцы живота. Представляете, я буду танцевать. Так что, моя Галеночка, спасибо тебе большое за просмотр и твоей доченьке. Я знаю, вы смотрите меня. И сейчас она прислала мне видео на WhatsApp, что она смотрит с дочей меня, мои видео. Спасибо, мои хорошие. И Лапуля Ева, они были у нас, кстати, дома. Я им приготовила тантуни. И вот они все еще хотят тантуни. Не забудут моих тантуни. Приезжайте все, я всех вас накормлю. И следующая моя подружка, это Валентина Сирадзе из жаркой Грузии, с любовью из Тбилиси. Валюша, Валентиночка, она такая хозяюшка, просто у нее такие рецепты, она показывает такие интересные экскурсии по Тбилиси. Кто хочет приехать в Тбилиси и не знает, с чего начать, посмотрите ее канал. Валентина очень внимательная, очень к подписчикам своим, к друзьям, просматривает полностью всех, кто на нее подписался. И очень интересные видео, рецепты. Я вот много чего сделала из ее рецептов, приготовила. Валюша, спасибо тебе большое. Экскурсию по Тбилиси было очень интересная. Вот про Каду я не смотрела. Посмотреть обязательно надо. А джапсандал я сделала. Представляешь, такая вкуснятина. Моему мужу понравилось. А я сказала, что это рецепт из Тбилиси от Валюши. Хотя я тоже знала, но вспомнила. Тут уже все стало забывать. Так, и следующие мои хорошие, это счастливая мама. Счастливая мамочка. Такая Лапуля она хорошая. Такие детки. Так она любит свою семью, таких деток своих. Живут они в России, кажется, или на Украине. В России живут. Мамочка, настоящая счастливая мамочка. Двое деток. Хорошая Лапуля такая у нее маленькая. Интересно показывает про семью, про жизнь. Интересно рассказывает. Пожалуйста, поддержите ее. Подписывайтесь на ее канал. И спасибо тебе, Лапуля, что ты смотришь меня. Ну так вот, мои хорошие, больше я бы еще, наверное, рассказывала о многих. Еще бы, знаете, что рассказала бы о блогере. Я сейчас не знаю, найду я или нет. Анна, сейчас минуточку вспомню, как точно называется ее канал. Анна в США, Анна. Тоже интересный канал. Просто я сейчас не нашла его так быстро. Заходите к ней, она показывает, такая интересная, красивая женщина, замужем, живет во Флориде. Очень интересная информация, у нее очень интересные качественные видео. Дочь такая красивая, мама приезжала в гости. Анночка, мне интересно вас смотреть, и надеюсь, что вы тоже будете постоянно меня поддерживать. Еще у меня, знаете, есть такой друг из Америки. Она, сейчас, минуточку, Анна Флорида, моя хорошая. Анна Флорида,
У нее, знаете, что я не поставила ее так, но сейчас в конце решила тоже закончить ей. У нее очень много подписчиков. Она не нуждается в нашей поддержке, но, конечно, и нуждается в том, чтобы вы ее просматривали полностью с рекламой. И смотрите, в конце концов, столько подписчиков, такой интересный канал о косметике, о стройности, о диете, обо всем. Вот, пожалуйста, подписывайтесь. Анночка, спасибо, что вы тоже меня смотрите и поддерживаете. Я на вас подписана, моя хорошая. Так, еще какой канал могу ответить? Вот. Какой канал могу ответить? Сейчас, минуточку, посмотрим, что мне нравится здесь. Видите, немножко интернет опять зависает. Но надеюсь, что наша Марина Сушнова тоже интересная очень женщина. Хохотушка такая, веселушка. Сейчас я открою ее, Мариночка. Надеюсь, я... А, и вот Рекси Сергей. Марина Сушнова, перейду к вам. Моя хорошая, вы такая прикольная вообще. Такая вы классная, такая красивая женщина. Заходите на ее канал, подписывайтесь. Вкуснятины готовит, блины печет. У меня аж в слюнями обтеклась, когда она это пекла, вот эти блинчики веселые, там на танцы показывает. В общем, обалденные у нее стишки. Заходите, подписывайтесь на мой канал. И знаете, что я хотела сказать вам? Если вы любите животных, вот мне об этом не уделила теме, Рексия и Сергей. У него такая собачка прикольная, представляете? Овчарка. Заходите к нему, не пожалеете. Получите огромное удовольствие от просмотра этого канала. Сергей немножко вот рыбалка на колесах, он в кресле инвалидном. Такая печальная история в его жизни, но это собака, настоящий друг, они вместе вообще дышат друг другом. Смотреть на них одно удовольствие. Заходите, пожалуйста, к нему и подписывайтесь на его канал, просматривайте. Давайте поможем друг другу, потому что все это нам вернется бумерангом. И Алексей Кремлев. Алексей Кремлев, недавно я познакомилась с этим молодым человеком, но не успею я выставить видео, он уже на моем канале. Начинающий блогер, поддержите его, очень прикольный парень такой и отзывчивый очень, заходите на его канал. Спасибо, что ты тоже заходишь на мой канал. Так, еще кого бы мне здесь пролистать, пока уже... А, королева моя Виктория, потерялась ты, моя красавица, поет красиво, раньше худела, очень часто проводит стримы. Мне не получается никак, очень хорошо поет, такая прикольная вообще. Лапуля, привет тебе от меня, заходи на мой канал, не теряйся. Вот, поет, нашла себя в этом, действительно у нее получается. Посмотрите, и рисует еще, заходите к ней на канал, подписывайтесь. Так, Дворецкая, это тоже творческая личность. Очень красивый у нее канал, какие у нее видео красивые. Друзья, в общем, я могу рассказывать о каждом канале, даже не останавливаясь, насколько много у меня есть друзей, которых я хотела бы показать. Посмотрите на ее красивые, у нее видео каждое, сопровожденные стихами, качественный контент, такие заставки красивые, друзья, очень красивые. Научат вас рисовать. Посмотрите, какой канал. Заходите, подписывайтесь. Спасибо вам тоже, что вы заходите ко мне на канал. Так, следующий канал я бы хотела показать. Сейчас. Кого бы я хотела показать? Виталий Егоренков. Это партнер моей компании Global Intergold. Кого интересует бизнес, он очень мой партнер. Можете зайти к нему на канал, просмотреть его. Интересно рассказывает, очень много лет в этой компании, заработал немалые деньги. Можете зайти к Виталию, подписывайтесь на него. Ну, опять видите, как завис компьютер мой. Виталий Егоренков, ну что такое? Никак не получается у нас, когда хочется. Надеюсь, сейчас
Сейчас все вернется. Виталий Егоренков. Возвращайся. У него на канале вы все можете узнать о бизнесе в компании Global Intergold. Вот он купил акции, биткоин, он объяснит вам, или в общем, все понимает и разбирается во всем. Так, и еще я, знаете, что хотела вам про кого напомнить. Вот иностранный канал есть. Меня он поразил тем, что как только я выставлю видео, и он сразу у меня на канале смотрит мои каналы. My Kingdom видео. Действительно, если вы хотите послушать музыку, включите. Очень хорошая музыка. Thank you very much, my dear friend. На моем ломаном сказала. Или, если вы понимаете по-русски, большое вам спасибо. I love you, my friend. Здесь научилась уже и по-английскому. Не то, что по-английски я очень хорошо знала, а просто как научилась турецкий, все это заклинило меня. Мария Туркей. Мариечка, это девочка из Зондулгак. У нее такая лапуля хорошая, такая семья, семейный блог, показывает все подробности семейной жизни. Очень хорошая девочка, но что-то я ее давно не видела. Посмотрите, неделю назад и день назад. Я прям хотела тебе писать, но не нашла тебя в соцсетях. Вот поэтому рекомендую поставить свои ссылки, чтобы люди тебя находили. Я писала где-то под комментарием, не нашла тебя. Мариечка, спасибо тебе за то, что ты смотришь меня. Да, адаптация в Турции интересна. Кстати, я этот ролик следующий у меня будет, адаптация в Турции. Заходите, тоже смотрите. Так, еще кого бы я хотела отметить здесь, раз мы уже пошли по моим каналам, и раз я уже столько времени сижу с вами. Чайхана. Чайхана. Ну как можно не посмотреть этот канал кулинарный? Ну, так вкусно все, друзья мои. Очень интересный канал. Посмотрите, какие вкусняшины. Торты, морты, все так все красиво заснят контент. Видео, все красиво, все по-простому объяснено. Уже, видите, и русский забыла. Господи. Заходите на Чайхану, очень вкусные рецепты. Чайхана, Чайхана. Еще что хочу. Еще хочу поделиться с каким-нибудь каналом. Так, авторский канал Сергей Максимов. Я, кстати, его не видела давно, но очень мне нравится этот канал. Нужно зайти. Посмотрю я сейчас. Посмотрю, сейчас еще хочу кого-то посмотреть, и на этом буду заканчивать, потому что видео получилось большое, и вы мне не будете смотреть, но оно, поверьте, очень интересное, потому что... А, вот этот канал я хочу, Бостер Ютуб, такой прикольный молодой человек, не то что такой серьезный, знает дело, учит многим советам, кстати. Заходите на его канал. Он знает все о Ютубе, интересный очень, и тут взаимоподдержка. Вот, пожалуйста, включила я на вас, подписывайтесь вы тоже, смотрите. Вот я все просмотрела ваши видео. Интересный канал, интересно рассказывает. Авторская песня Сергей Мамонов. Сергей Мамонов, я к вам давно не заходила, потому что потеряла вас что-то из вида, извините, простите, обязательно зайду и посмотрю. Ну, поет обалденно, друзья мои, нет слов. Заходите к нему на канал, подписывайтесь. Не знаю, монетизировал, мне давно не заходила. Сергей, я к вам зайду обязательно. Так, еще бы кого хотела я. Да, вот моя вот очень хорошая Юлиана. Юлианочка, она живет за границей, тоже жена эмигранта, в Каире, кажется. У нее очень вкусные рецепты. Заходите на ее канал. Она очень-очень, вот подписчиков у нее уже 100, умничка. И у меня 100.
1000, и у меня 1000 подписчиков. Заходите на ее канал. Очень интересный канал, вы не пожалеете. Такие вкуснятины. В общем, жизнь за границей. Вот что я могу сказать. Вот я подписалась на тебя. То есть хочу получать все уведомления твои. Так, проехали дальше. Кто тут у меня такой интересный? Сейчас, мои хорошие, посмотрим. Старопрем. Кстати, я вас... Старопрем, кстати, тоже очень интересный канал. Заходите, очень много путешествий по Испании, по всем городам мира. А сейчас, знаете, что я решила? Вот зайду на свой канал, именно последнее мое видео, и выберу последнее из комментариев. И еще сделаю обзор вот этим каналом. Значит, кто это у меня здесь? Жека Мастер. Значит, я вижу там советы из Кривбаса. Сейчас открою Жека Мастер. Кстати, спасибо вам большое, что вы зашли на мой канал и комментируете. Советы из Кривбаса. И вам спасибо большое, моя хорошая. Такой хороший комментарий. Вот смотрите, люди, какие надо писать комментарии. Так, дальше посмотрим сейчас. Лилия дорогая, тоже я вижу. В общем, пишите друг другу положительные комментарии. Вот Жека Мастер канал. Значит, 441 у него. Подписывайтесь, пожалуйста. Советы из Кривбаса. Спасибо вам большое за теплые пожелания. Благодарю. Буду искренне благодарна. Лилия, дорогая моя хорошая, посмотрите, как я давно вас не видела на своем канале. Красивый канал. Это канал Don't Worry, Be Happy. Какая красотка. Посмотрите, какие черные волосы у нее. Тоже очень хороший канал, друзья мои. Подписывайтесь, пожалуйста, на этот канал.